Очень вкусное и ароматное сочетание. Можно нарезать на кусочки и подавать как закуску, можно подавать целым рулетиком как порционное основное блюдо. Берите на заметку рецепт. В преддверии Нового года все озабочены поиском блюд к праздничному столу. Хочу предложить вам приготовить куриные рулетики с сыром фета. Такая закуска вкусна как в теплом, так и в холодном виде. Можно подавать самостоятельно или с гарниром. Попробуйте. Куриное филе 2 штуки. Сыр фета 120 грамм. Сметана 1 столовая ложка. Соль по вкусу. Специи по вкусу. Количество порций 2-4. Подготовьте все ингредиенты. Крупный кусок я разрезала еще пополам, и у меня получилось 3 кусочка филе. Филе отбейте молоточком, посолите и посыпьте любимыми специями. На отбитую грудку, ближе к одному краю выложите сыр, раскрошенный руками. Заверните в рулет. Можно скрепить рулетики зубочистками, я просто выложила их в смазанную маслом форму для запекания швом вниз. Смажьте рулетики сметаной и запекайте в духовке при температуре 180 градусов около 30 минут. На первые 10-15 минут форму можно накрыть фольгой. Куриные рулетики с сыром фета готовы. Приятного аппетита!